Хейо, гайз, с вами Шимики, мы продолжаем проводить игру под названием Tiny Room. Окей, мы остановились на том, что мы пробрались в церковь, оказывается, под церковью есть какие-то захоронения в плане катакомб. И теперь мы отправляемся в главу четвертую. Под церковь. Под землей. Под церковью вы нашли древние закрытые двери. Согласно карте, есть и другие вход. Нужно найти путь к нему через подземные коридоры. Ну, погнали. Я думал, это я, и будем сейчас лазить. Хотя, мне кажется, мы сейчас будем учить вот это проходы. Так, от работника одного. Кому? Работнику два. На прошлой неделе ты очень хорошо пошутил, закрыв все рабочие помещения загадками. Но сегодня моя очередь. Удачи, ха-ха. Ха-ха. Это типа у нас игра начинается... Двери? Заблокированная. Ну типа, знаете, есть игры, где ты постоянно двери открываешь. Вопрос, откуда я пришел. Окей, вот начало. Сюда, влево. Ясно, сюда еще рано. Закрыто. О, тут дверь есть. Закрыто. Мне кажется, тут не хватает чего-то. Не хватает здесь вот этого. Окей, канализация. Нет, там что-то как... За вентиляцией что-то есть. Но как к нему добраться? Поддон. Так, еще нужно, да, одну эту херь найти? Да, согласен, ничего не видно, я даже не хочу знать, что там. Тупые лабиринты. Ладно, хоть что там радует. То есть ты до этого говорил, что ой, я в мусорке лазить не буду. И на тебе, ты начинаешь лазить сейчас сам в мусорке. Крутой ты. Так, ящик с инструментами. Пустой. Отлично. Вообще ни хера нету. О, спички. Хоть какой-то плюс. О, это мне... А, это мне наоборот нужно все закрасить. Ну ладно. В принципе, не сложно было. У меня слишком мало спичек, чтобы светить себе путь. Радует то, что хотя бы подошел ключ. О, игровой аппарат.
хорошо, я себе сокращение пути нашел. Так, работник 1, работник 2. Краткие правила игры. Первый, белый ходит первым. Второй, игроки ходят по очереди. Третье, ходы записываются условными обозначениями. Например, пешка D2 на D4. Хоть кому интересно, когда ты совершил ход фигурой, да? Мне вообще не интересно. Так, ладно, в шахматах я не очень умен. А, ну... В такие игры я играл, поэтому я шарю в них. Очень логично. Объясню, как играется. Ставится, допустим, у нас всего вот 5 ячеек, да, вот первая ячейка вот занимается, и постоянно между цифрами должен быть какой-то промежуток. Одна клеточка, две, неважно. Но дело в том, что здесь нужно смотреть по цифрам, допустим, 3. То есть 3 не может быть разрывных, как 3 вот единицы, да. 3 только цельно может быть. И то есть поэтому нужно смотреть и сравнивать. Так, терминал временно недоступен. Так, ладно, давайте попробуем, но я не понял, что мне нужно сделать. Ой, смотри, здесь типа я должен выиграть за 4 хода? Нихера себе. Так, а кто первый ходил? Я должен типа угадать, как ходили. Окей. Первое число, как походили, да? Или я вообще должен перечислить, как походили? Хорошо, первый ходит. Пешка Е4. Пешка Е4 походила. Плюс я ловлю, что белый первый ходит. Так, Е4. После чего по-любому пошла пешка противника, либо пошел конь, буквой Г он ходит. Окей, Г6 пускай, к примеру, будет. А не, нихера, он походил пешкой H5, после чего походила ладья, нет, это королева. Королева походила H5. И в конце концов G8 походил на G6, F6. Это первый вариант. Второй вариант, если нам нужно вообще перечислить цифры, которые были в начале. Если так, тогда у нас E2. Потом H5. Почему, блядь, H5? H7. Ну, типа, первое место, где они стояли. Потом походила D1. И конь сделал, так сказать, G8. Давай пробовать. Так. Е4.
H5, F6. Правильно, все, отлично. Короче, нужно было написать код, куда они походили. Ну, значит, я еще что-то помню. А если не ошибаюсь, пешки ходят по две клеточки в начале, потом по одной. Если, допустим, враг здесь, и моя пешка здесь, она может так побить. Конь ходит только буквой Г. Неважно, короче, в виде сластики конь ходит. Король только по вертикали, ну вот так, короче, по горизонтали, по вверх, короче, в бок. Королева ходит по всему полю, то есть если она здесь стоит вокруг себя, и по всем диагоналям. А вот рыцарь ходит, получается, только по крест-накрест. Это не конь, а этот слон, кажется, да, его называют. Ладно, не суть. Не отсюда, хорошо, значит, еще нужен ключ. О, точно, уже еще такая дверь есть. А, показывай мне мою снежинку. Короче, делаем сначала прицел и по бокам. Эта торба уже перекрыта. Короче, нужно искать синюю дверь. Так, огонь был с этой стороны. Стоп. Куда, откуда я пришел? Блять, короче, здесь нужен вентиль. Где мне взять этот сраный вентиль? Ну зачем такие лабиринты? Мне исключено, ключ не подходит никакой из двери. Скорее всего, там где огонь, там у нас и находится. Подожди. Нет, там просто стена. Пока что не зачем возвращаться. Может, мне нужно наоборот, у меня везде перекрыто, может, мне нужно где-то открыть. Как вариант. Короче, вернулся обратно. Так, комната отдыха, подача газа. Вот, мне нужно в подачу газа. Так, подожди, это... Так, это я здесь. Это я здесь.
Питание газа на закрытом. А, это вот питание газа. И что? И что? Я все закрыл. Три здесь закрытых, два здесь, один здесь. Тут не могу закрыть, потому что у меня нету вентиля. Подсобка F5. Вентиляционная есть. Отсек. Блин, а где что это может быть? А, стоять. Вот. Где запасной был? Теперь методом клика, я надеюсь, мы найдем с вами место это. Так, ребят, не бойтесь, мы почти нашли выход. Так, влево, прямо, прямо. Эта труба уже тоже наконец-то. Так, кружка. Типа высота. Да? Не работает, а какие-то цифры. Я не хочу остаться здесь без света. А что ты предлагаешь? Четыре цифры. Где у нас вообще были цифры? Упоминались хотя бы где-то. Ладно. Нахера мы открывали, если он... Да, здесь не хватает рычажка, который у нас хранится вентиляцией. Которую, конечно же, мы не можем попасть, потому что здесь что? Какие-то банки. Ладно. Не работает. Как запустить? Почему цифры? Мана, чтобы вы понимали, это проходит за каких-то 8 минут. Ой, блядь, я забыл, что комнаты можно вращать, перевращать. Молодец, это я должен сейчас все посчитать, сколько чего. Нихера себе. Ладно. Сейчас будем как-то их помечать себе.
быстренько так буду рисовать. Чтобы не терять время. Поехали. Раз. Они одинаковые. Подожди, я должен еще по цвету их определять. Вот это и это одинаково? Короче, понятно. Раз, два. Не пойму, что это тоже банка. Раз, два, три. А, походу, я должен просто дубликаты искать. Тогда это попроще будет. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Четыре туалетка, здесь одна, и здесь их, короче, пять, семь. Так, итого у нас 38, 47. В смысле? В смысле нет, если да. Может считаться то же самое, что и здесь еще лежит. Тогда 4, 9, 5, 7. Странно. Раз, два, три. Правильно, три. Раз, два, три, четыре, восемь. Правильно. Раз, два, три, четыре, четыре. Правильно. В чем проблема? Туалетка здесь одна. Допустим, здесь их пять. Шесть, семь. Ладно. Чего? Ну смотрите, он правильно идет, типа как я считал. 49. Я тут так же делал, алло. Алло, я говорил, если еще учитывать то, что было на столе, тогда это будет 4, 9, 5, 8. Почему тогда ошибку показала? Ладно, похер. Ё-моё. Я еще должен вспомнить, что это за вентиляция у нас. Ага. Так, теперь найди, где эта вентиляция находится. Контингент. Седьмой. Пусть будет седьмой.
В смысле? Все, валим отсюда. Ой, там темно, не хочу туда идти. Ну, я примерно запомнил, как двигаться. Все, я включил свет себе, получается, в том месте. Пицца. Кто станет есть пиццу в канализации? Не знаю, не из-за черепашки. Ну, слушайте, отсылка. Ясно. Давайте я еще побегаю, что мне тут. Осталось понять какой-то вентилятор. Теперь пойми какой-то вентилятор. Сколько здесь кликов, ужас. Ходишь, смотришь на эти сраные вентиляторы, не понимаешь. Просто туда-сюда бегаю. Походу это была C1. Либо не C1. Это не C1. Что это тогда? А что это тогда может быть? С2. Да, наконец-то. В смысле, это еще не все? Я думал, это уже все. Мы только ключ нашли. Золотистый. Пустой баллон. Пропан. Ага, теперь вспоминай. Вот вентиляция. Ой, больше вентилятора не дают зажечь спичку. А, так у меня еще и попыток не так уж много. Так, давайте, чтобы я мозг себе не ебал, бегая по 1000 раз туда и сюда, я просто посмотрю. Куда должен установить? Я понимаю, что я мог просто по карте посмотреть, но я не хочу
Так, ладненько. Короче, нам нужно понять, как вернуться туда, где мы были. Так, это welcome. Вот это, блядь, лестница. F7. Куда дальше? Я думал, вот эти мешают. Я понял. Рычаг приварен. Так, хорошо. Не понимаю. А, я выровнял стрелочки. Ну, я его выключил. То есть, вы хотите сказать, мне было нужно наоборот сделать, чтобы это было максимально?
пожалуйста. Почему? Я думал, его нужно выключить. Пофиг, аптечка есть. А, тебе не надо аптечка, ну ладно. Фу, напугала херня эта. Так, буковка Н. Это разрушено. Ох, начинается самое тугое, что может быть. Так, подожди, ты обычный рыцарь? Ты просто с мечом. Тут все с мечами, кроме этого. Так, ты без плаща. Тот, который лежит, это S. Ангел S. Так, пойди так. Так ведь? Или нет? Так, не так, так, не так. Ну, по идее, я все правильно сделал. А что я неправильно сделал? Ну ты куда поехал, ё-моё? Походу ему кататься интересно. Еще одни спички. Кристаллы, детали, шестеренки. Чем они тут занимаются? Кристаллы, детали, шестеренки. Мистер Филч, мы навестили Стауна, как вы и просили. Его не оказалось на месте, но мы смогли найти пропуск к проекту Олимп. Пришлось перерывать весь дом. Теперь понятно, кто устроил погром в доме отца. Какой-то пропуск. Какой-то пропуск. На карте помечено какое-то место в горах. Стоит проверить, что там. Пора отправляться к машине. Нихера, теперь мне еще к машине возвращаться. Красивый винтаж. Кажется, здесь изображена гора Редклифф. А еще что тут есть такое? Закрытая дверь. О, неплохо. Быстро. Нихера себе мне в уши дало. Я чуть не обосрался. Монатина бьет по ушам. А чего этот пропуск? На карте отмечено место где-то в горах.
Ну что, у нас следующий акт — это горы. Поэтому давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!